Не, молодцы разработчики. Это топовый стиль. Успей до 13 декабря зарегистрироваться на турнир «Личный зачет с игровым», где каждый может получить золото, танки, компьютеры, игровую периферию, просто играя в рандоме на технике 8 уровня. Участвовать может каждый, но в дивизионе игровой ты можешь выиграть еще больше призов. Условия проще, можно получать призы сразу с двух дивизионов. А главные призы турнира – это топовые видеокарты RTX 3000 серии. Подключай тариф игровой по ссылке в описании до 13 декабря, чтобы успеть попасть в дивизион игровой. Как вам 3D-стиль на бабаху? Дитя грома. Стиль херня. А мне очень нравится. Как называется, когда вот древние технологии на современный лад? Как это называется? Стимпанк! Вот, спасибо, блин, вспомнил. Стимпанк. Господи, дай бог вам здоровья, ребят, кто помнит такие вещи. Я сидел, всю голову, блин, сломал. Не могу вспомнить, вот хоть ты тресни, как называется. Стимпанк. Ну, очевидно же. Давайте боёчек проведем на стимпанковской машинке. Стиль напоминает Лигу выдающихся джентльменов. Да, такое ощущение, что паровоз вообще, видите, тут этот поршень. Кстати, все продумано, смотрите, паровой двигатель. Вот. Пулеметы. Еще те такие многоствольные. Паровой двигатель приводит в движение поршень. Поршень крутит в колесо. Ляпота, красота. Бустаемся и поехали. Вы слышите это? Да, завтра в 9 утра я планирую провести стрим, ребят. Коробочки пооткрываем. Вы слышите там этот? Слышно, как этот пух, пух. Не нравится мне этот бой. Нутром чую, что вместо кормления ЧСВ рискует он покормить стервятников. Вот в чем проблема. Да, жалко, сигнал дать нельзя. Слышите? Орудие зарядим. Паровоз хренов. Слушайте, я прям очень хочу себе этот стиль. Мы в поле зрения противника. Танк уничтожен. Дайте мне другой кожаный мешок. Справедливо, я считаю. О! Почему-то на ВЗ-55 достиг новый ранговый разряд. Ну ладно, я был увлечен, честно скажу. Да, походу тут нужен дополнительный кочегар или чипа того, потому что наводчик кидает явно в топку. Вот, смотрите, как в стимпанковский огонь горит. Слышите, он там? Шестерни. Не, молодцы разработчики. Это топовый стиль. К стрельбе готов. Чтобы они отключались. Это же донат. Спасибо за моды, легкого стрима и прекрасного настроения. Блин, красивый стиль. Спасибо большое, малой Little God. Не-не-не-не-не-не-не.
четвертый цвет добавить, откуда Вартек кидал, в смысле? Ух, эти любители стоять, как же они бесят. Орудие готово к стрельбе. Я сейчас буду в низину падать. Надеюсь, союзники поддержат. У них раз, два, три, четыре. Четыре танка на этом направлении. Ворвутся, нам мало не покажется. Нас засветить после повредили. Заряди. Таков путь. Два танка на счету. Детишки, что ж вы себя не бережете то? Командир отключился. Готовлю стимуляторы. Все-таки смог. В следующий раз у тебя получится. Шарфы турбо не стоял бы вот там фуловый в засатом состоянии, было бы все отлично. Мне на самом деле надо было здесь, наверное, убегать, но я бы уже не убежал. Здесь обычный стиль, такой красивый обычный стиль. Тут вон миномет сзади лежит. Мода на Макос нет. Тебе потребуется клиент с танками, устанавливаешь моды на винде и папку mods и resmods переносишь на Макос, и будет все работать. По-другому, к сожалению, не фурычит. Три ЛТшки, блин, жестко. Чё никто деревья не валит? Это же важно. Так, настало время для ПТшек. Где, блин, 26 вариант? 4 мой. Вон, тут, конечно, упоротая. Ладно, пофиг, мне тупо лень менять, ребят. Тупо лень менять. Стрелять. А, ты на ПБшку. Нас засветили. Хороший выбор. Я тогда на фугасах буду, раз вы такие два тут картонных. Тогда фугасы наши все в целом-то. Наши машины на свете. Есть дома. Две, что ли, бабахи? Вот обожаю бабаха, они такие клевые. Вы видели, он мне впритык не попал. Просто он выставился впритык и не попал. Нас обнаружили. Мне кажется, у гриля там вообще все желание воевать отпало. Отличный урон. Сорян, ребят, фугасы кончились. Следующий. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же тебя грел, братан. Заряжено. Смотри, что умею. Цель подбита. Счет фрагам открыт. Хапанул фражик. Два танка на счету. Просто двоих к ноге пригвоздил. И припесочил. Можно стрелять. Готов. Три фрага. К ноздре, блин! А в казарму есть мод про расширенный поиск. Картоха после ЛФ и остальных ивентов засирает казарму 100% обезьянками. Мод на расширенный поиск. А какой у тебя расширенный поиск? Там же вид, да? Ну, фильтров никаких дополнительных. Вообще казарма — это такая непопулярная тема. Она нахрен никому не нужна. Туда редко кто заходит. Нас обнаружили. Тут рога стоит. Сейчас. Цель подтверждает. Расшатали ему кусню. Ты полностью зарядиться, что ли, решил, дружище?
Сколько у тебя снарядов-то? Полный? Цель отменить. Дамаг после детектив. Цель понял. Гусеницы и два дерева. О, я зря стал шортом. Отмена цели. Орудие готово к стрельбе. Ты не танк. Да. Но у меня выбора не было, ребят. Я когда поехал на него и засветился, выбора уже не было. Нет, я на колебании не катал. Не было такой чести у меня. Вот, тут сюда 279 едет. И что я ему сделаю со своим пробитием смешным? Только если буду закрутить его, тогда еще что-то смогу сделать. Сколько у нас? Три танка? Господи, ребят, у вас 340. Надеюсь, у вас есть кумысы и здравый смысл, и вы будете в 279-го херачить. Надеюсь на ваши кумысы и здравый смысл. Попадание к ходовой. Противник видит нашу позицию. Будь здоров. В жопу иди, ФВ. Иди продавай свою херню фугасом без урона. Она покупает. Можно стрелять. Вот-вот. Поэтому я это говно и не хочу катать. Ладно, похеру. Плохой выстрел. 1-1. Хер с тобой. 1-1. Рикошет от КВШ. Мощная броня. Мощная. Огонь разрешает. Просто. Мы в поле зрения противника. Ты устал, я говорю про кобру, а не про колвана. А, кобра! Нет. Опять нет пробития. Отпусти его. Кобра, кто ж мне даст на кобре-то покататься, бро? Пробить. Кобра, это же вообще 9-й левел. Кобра, это слишком крутой танк. Мне на нем покататься не дадут. Что там, 277 норм дефиса? Отступай! Спасай свою жопу! Орудие готово к стрельбе. Урон подтверждаю. Нас засветили. Не знаю, когда до него дойдет, что мне как бы несложно в него вкатывать. О, брат! Да ты крутой! Мы в свете. Стрельбе. Прикинь! Цель подбита. Счет прорыва. Как же мне тебя жалко, дружище. Как же мне тебя жалко. Надо кумысы заряжать. Хрен знает, как с этим 279 бороться. Но по ХП мы что-то прям вообще сосируем. Орудие готово к стрельбе. Каким-то великолепным образом он пролюбил. Гусеница повреждена. Бедные мои гусли. Гуслю повредили. Ты думаешь, я в тебя не стреляю? А на самом деле я просто заряжаю. Так ладно. Лютый дома. Перезарядил. Гусли еле держатся. Плохая девочка. А, все, снаряды кончились. Блин, я третий снаряд не дозарядил. Прикиньте, я лох. Все, написался. Обнаружен коричневый. Сейчас вернусь. Я не чувствую.